У вас увидите, да? Есть у нас два столбика, посвященных нагрузке. 9 и 4, 2, да? Переменная нагрузка, ну точнее, это у нас будет какая? Функциональная, да? Переменная, функциональная. Она у нас 9 килограмм правильно, но видите, буковка К стоит у нас, то есть нагрузка характеристическая. И то же самое характеристическое значение постоянной нагрузки. Она у нас, видите, имеет обозначение дикой. Я вот тут и написал, да. Dead load и live load. Такой простой перевод нехорошо звучит, а мертвая жена, когда нужно расчет. Значит, фигурируют у нас в расчете две цифры. Вот эта двоечка. Это у нас как раз и есть. Средний пролет. Нет. Это у нас ширина сечения поверху, да? BF. B просто будет в RFE. Вот этот размер, видите, 2 метра, вот он туда попадает. Ну, волшебный верник, да? И 6,1 у меня, вот этот. Это будет как раз пролет балки. Все пролеты пока равномерные, одинаковые делать. Для чего? Для того, чтобы выполнить сравнение с известными табличными методами, да, убедиться, что все у нас правильно. Так, ну что, приступаем, да? Значит, немножко себе, может быть, облегчим. А, тут уже у меня кое-что сделано, да? Огибающая курка построена, посмотрите, да? В чем ее отличие от обычной курки? У нас в одном сечении два значения, да? В любом сечении два значения есть, да? Вот, например, на этом участке, видите, вообще нет отрицательных моментов, да, получается. Видно, да? Только его большие, да, ну, не важно, все равно в любом сечении минимум, максимум, мы ищем. Это компьютер занимается этим, мы этим не занимаемся, программа этим занимается, да? Мы видим, что полная симметрия у нас, да, это и понятно. Потому что все симметрично, да? И наибольшие моменты мы фиксируем с вами в пролете для первого пролета и для опоры на первой промежуточной опоре. Дальше все меньше. Да? Ну, полная симметрия. Чтобы вывести в таком виде, надо вот здесь отметить все значения. Если у вас будет около 9 значения, то вы увидите только 2 значения всего. Да? И совмещение. Скриншот делайте, чтобы одновременно, если кнопочки эти нажаты, то эффекта нет. Да? Надо отключать нам. Да, экстремально, если вы отключаете, включаете все, то вы видите все значения, да? Ну, на глаз они тоже понятно. Так, отдельные комбинации, посмотрите, как у нас выглядят. Нагрузку еще надо нам показать, да, чтобы вы понимали. Вот, первый вариант нагружения, да, пролет, да. Второй вариант нагружения во втором пролете, ну и так далее, да. Последний вариант нагружения, шестой, это вся балка, да? Почему мы всю балку нагрузили? Потому что это постоянная нагрузка, она неотъемлемая. Вы ее убрать не можете, вы ее частью не можете загрузить. Вы не можете взять и, скажем, балку сделать невесомой, да? Всегда эта нагрузка присутствует у нас. Поэтому шестой вариант. Да. Почему мы закрыли? С кем мне давайте вернемся? Вот это наглядная тача, у нас тут сюда назад. Так, ну заданием ясно, где что брать. Еще раз разрезали у голоса, да?
Вот мы режем первая плоскость, вот вторая плоскость. И вот эту балочку мы рассматриваем. Выкидываем из схемы, главную балку заменяем ее опорой. Да? Правильный метод — это метод замещающих рам. Надо было вот так вырезать, включая колонны, ну и получим такую многоэтажную раму. Ну, мы берем более худший вариант, когда нет у нас колонны, да? Балка, которая идет у нас без колонны, не пересекает колонну. Она в более невыгодных условиях оказывается. И посмотрите, вот где эти связи, видите, как стоят. Мы точно такую же связь поставили с вами. Но с одной стороны хотя бы надо поставить неподвижную опору. Формально. Если мы поставим и там неподвижную, ну, тоже ничего не произойдет. У нас балка в середине закреплена, да? Ну, вот это более правильная схема. Потому что если мы подняли балку, уже у нас проблема, уже распор появился, да? А так, при одном закреплении, оно формально, оно не нужно, в принципе. У нас будут правильно расчетные без сообщения. Так, я бы еще посмотрел бы на наши нормативные документы, это последнее, что мы должны сделать, да? Чем мы пользуемся с вами? У нас новые саны, это уже Николай Александрович 22 года брал документ, да? Смотрите, что у нас, в принципе, документ этот соответствует европейским нормам. Все документы у нас устроены одинаково. Вначале у нас идут какие-то обозначения. Неплохо бы с ними познакомиться. Это уже большая часть успеха. Ну и дальше идет какая-то текстовая часть. Мы добираемся до сути. Нас интересует два вот этих уравнения. На базе этих уравнений мы составляем возможные комбинации нагрузок. Да? Здесь мы комбинируем всего лишь с вами две нагрузки. Одна у нас постоянная, одна, их может быть и больше постоянных, и одна переменная нагрузка, да? Но она по-разному может отличаться. Посмотрите, у нас уравнение 6,16 и 6,17. Я эти уравнения здесь записал вам, да? Да, вот для уравнения 6,16 наша запись выглядит таким образом, да? Мы берем расчетное значение постоянной нагрузки и сочетаем это с коэффициентом сочетаний с переменной нагрузкой. Да? Вот эта птичка, я говорю, что это определяющий. То есть убери, не надо. Поэтому работает. Так, и второй вариант. Смотрите, снижаем на коэффициент Xi постоянную нагрузку и в полной мере берем переменную. Да? Ну, в итоге мы с вами, с учетом того, что коэффициенты у нас такие, видите, коэффициент сочетаний для нагрузки категории E2, мы считаем, что у нас нагрузка очень большая, она не вкладывается в те величины нагрузок рекомендуемые, там до 7,5, у нас 9, 10, у кого-то и больше есть, да, то это нагрузка категории E, производственные какие-то помещения, да, складские помещения. И для них коэффициент сочетаний равен 1, видите? Поэтому, ну, нам выгодно, конечно, вот этот взять, да? Посмотрите, тут единицы, тут единица. Он подсылает приложение А. Давайте быстренько доберемся до приложения А. Вот. Вот коэффициент Пси мы взяли для категории Е, видите, единица. И вот наша табличка. Мы работаем с СТР. С дельными состояниями группы СТР. Пункт 3. Для расчета остальных безбетонных конструкций 1,2 коэффициент, да? Но на строительной площадке 1,3. Понятно, что контроль у нас хуже, да, там могут плавать у нас размеры той же плиты. Плита у нас является определяющей, да, по собственному весу. Это очень частый такой случай. Да? На краях все нормально, воплощает жизнь. Запускайте арфемы у себя везде. Мы, наверное, вот это все удалим. Мы были в одинаковых условиях с вами. Заходим в базовые настроечки наши. Там новая задача у вас. Смотрите, упрощаем себе жизнь. У нас плоская постановка погоды. В одной плоскости работаем. Элементы используем только стержни.
больше нам здесь ничего не потребуется. Среди эдонов пока ничего не подключаем. Можете пока отключить мастера комбинации, да, потом лишнего не удаляем, пока это не надо. Посмотрите, даже какая тонкость, да, по выделению CO2 тоже можно что-то считать, да, забота в окружающей среде. Так, стандарты, ну, тут у вас у всех одинаковые находятся, да, вторые нам не надо, и посмотрите, давайте поменяем направление оси, и здесь вверх глобальную ось направим, и в случае местных систем тоже вверх. Все, что вот вам надо сделать здесь. Имя, пожалуйста, запишите вот такое, как у меня, да? МСБ, это у нас MultiSphereBeam. Многопрорывная балка. Дальше две цифры относятся к пролету, да? Дециметр записываю. 61 дециметр, как всегда. Ну, ноль впереди не будем, у нас нет 10-метровых балок. Все наши балки. И всегда вот так передавайте работу для анализа, как он говорит. Так, включаем мы сеточку с вами, чтобы на ней легче нам ориентироваться. И смотрите, какой вид у меня, да? Y с плюсом. Положительное направление я смотрю Y, то есть Y уходит от нас, да? Ось, то, что мы говорили. И создаем один стержень с помощью вот этого инструмента. Вот один. Попутно мы сразу разбираемся с бетоном сечением, коллеги, да, мы это все умеем делать. Бетон обычный, бетон тяжелый. И дальше мы выбираем либо 20-25, либо 25-30, либо 30-37. Тут мы смотрим с вами на класс экспозиции. У нас XC2, C1 и C3, да? Ну, соответственно, для C1 20-25, для 2, для 3. Ну, у меня там по заданию XC2, поэтому я беру такой бетон. Так, материал у нас появился. И сечение точно так же мы с вами определяем. Вот оно. Пробежимся здесь. Настройте единицы измерения. Вот здесь кнопка есть у нас так, чтобы сечение у нас задавалось в сантиметрах, меньше набора. Можете. Так, иностранные коллеги, не спать. Вы отбываете много, делаете что-нибудь. Сидит, спит демонстративно. Чем он ночью занимается? Так, высота. 50. Кнопочкой там пользуйтесь, да, ширина, вот она подсвечена. 2 метра весит, да. Полочка у нас 10. Контроль вот в этой области, такая миниатюрка, которая является точно соответствует, ну, соотношению сторон, размеров, соответствует заданным. Центр тяжести, видите, где у нас получается, чуть ниже полки, да? Но пока нас это не волнует, величина чуть похуже будет волновать. Так, когда мы со всем этим определились с вами, по нажатию кнопки ОК, собственно, происходит определение, да? Первую точку графически указываете в начале системы координат, протяните немножко мышку, примерно там 6-7, да, метров, это не важно. И обратите внимание, у нас длина элемента выделена уже, да? У вас материал поменялся. Вы когда сечение сохранили, у вас... Хорошо. Это правильное замечание, значит. Но, коллеги, я вам хочу сказать, в этой задаче не важно такое. Выделено поле, длина элемента, да? Видите, семерка стоит. Ничего делать не надо, просто на клавиатуре наберите 6, точка, в моем случае 1. И наберите, вот, балка получится, да? Потому что в сетку вы не попадете. Ну, я не знаю, видите?
сеточка 0,1 нет, у нас сетка через метр сделана. С этим можно пока отказаться. Давайте проверим сечение, то, что у меня там слетело, мы говорим. Да, материал у меня неправильный. Нет, просто выберите, у вас уже я выберу, да. Так, сейчас подкормим. Вот у меня их тут два. Одно, наверное, даже удалить. Не надо лишних нам материалов. Так, и теперь у меня, посмотрите, все хорошо, да? Да, правда, материал не выносится у нас, да? Только размеры сечения. Поставить, чтобы потом не заниматься, да? Я выделил всю балку и ставлю на узел связь. Какую нам надо связь поставить? Преимущественно у нас будет вот такая связь, да? По Z только. И только одна клеточка у меня занята. Так, и вот тогда уже, тогда мы можем уже с вами вот это все скопировать. 4 раза, чтобы получить 5-пролетную балочку. 4 раза мы скопируем, создаем копию, перемещаемся мы с вами по вектору горизонтальному, длина этого вектора соответствует длине балки, 6,1 у нас должно быть, но она уже и так чувствует, да? Обратите внимание, я же ничего не набирал, да? Раз, два, но она помнит просто предыдущее значение, это хорошее свойство у RFM, она помнит предыдущие параметры. Сюда надо 6,1 написать. Либо указать вектор по двум точкам графически, да? Мне кажется, проще 6,1 сюда убить. Так, что нам остается сделать? Ну, все будем отключать, коллеги. Надо поправить опору одну, да? Если я буду выполнять расчет в таком виде, я получу сообщение о том, что у меня нет опоры, да? Да, так как у меня тут показано, да? Простой треугольничек, неподвижный. Поменяем. Можно по ней пощелкать и из списка выбрать или создать, если у вас другой нету. А где там? Вот она, да? Тут, видите, затенено то, что не работает у нас, да? Еще одна связь остается, но мы ее, конечно, не думаем. Вот это, так, давайте добейтесь такого, чтобы такая вот картинка была. Да. Ну и давайте для наглядности покажем все-таки нашу балку. Как она выглядит, да? Вот что-то такое. Так, мы когда закончим занятие, вы компьютеры не выключаете. На собрании будем демонстрировать. А, ключник. Так, балка готова у всех? Кто не сделал балку еще? Вы не сделали? Давайте, давайте, я расскажу. Так, смотрите, что я сделаю. Я сохраню ее, да? И передам вам вот сюда, в хранилище, да, в хранилище, заберете. Кто не успевает, потому что время. Так, вы убедились, что все у нас правильно замоделировано. Я рекомендую дальше работать со сегодняшним представлением, так нам удобнее будет, да. Ну и опоры, наверное, тоже немножко можно подсократить, да. Такие так, нажимаем эту кнопочку и создаем с вами 6 какой вариантов нагружения нашей балки. LC это load case, вариант нагружения. Их должно быть 6. Названия я предлагаю такие дать. Значит, первый, это первый пролет. И нагрузку мы подчеркиваем, что у нас перемена. Нагрузка, перемена, перемена. Последним будет нагружение, связанное постоянная нагрузка, да?
DL сюда дайте. Так, создать, это вот эта кнопочка. Создаем. Нам пока делаем на кнопку какую на раме. Вот да, кнопка создать. Нет, до этого нагружение или что. Вот эта кнопка. Это создать. Ну можете вот эту. Ну, у меня там что-то было, я уже выбрал. Не редактировать, а создавать. Так, при этом подождите, не торопитесь. У нас комбинации нет, этого ничего не надо. Что, нажать применить? Да, давайте пока создадим варианты нагружений, потому что их надо наполнять уже будет на расчете. Так, и снять обязательно собственный вес, скорее. Вот это не нужно. Да, нигде собственного веса нет. Иначе он вам добавит самостоятельно собственный вес. Возьмет объем вашей палки, умножит на характеристику материала, объемный вес, и это будет уже не то, да? Мы собственный вес сами учитываем. Так, если эта работа закончена, то переходим к определению нагружения. Да? Выбираем первое нагружение, выбираем способ нагружения, это распределенная нагрузка, вот эта кнопка. Задаем распределенную нагрузку, вот она у меня подсчитана, 18. Но не забывайте, коллеги, что у нас уже Z направлено вверх, поэтому знак минус должен быть, да? Z теперь направлено вверх, нагрузка с минусом. Ну вот за это не по сути, да? Так, почему? А там сверху это вот кейс. Мы же там выбирали на C6. У нас совсем другой какой-то. Ну я выбрал сейчас первый вариант нагружения, видите? Если в правом рисунке, там вверх после. Нет, у нас вот там выставлено. Нет, откройте еще раз нагрузку, где вы задавали. Хорошо, да. Справа ось вверх, видите? Ну, зачем? Ну и нагрузка положительная. А не положительная, да? Так, нагрузку давайте для контроля включим, отображение нагрузочки, да, где у нас это? Ну, ничего она не показывает. Вы ничего не поставили нагрузку? Вы не создали, да, на... Поговорили, не создали. Ну, давайте еще раз. Значит, минус 18. Можно, наверное, взять это в буфер обмена, меньше потом набирать, да? Да. А, ну она хочет указать стержень, да, хорошо. Тут я уже смотрел, но по-другому не погонишь. В таблице мы не можем одновременно видеть все нагружения, там менять, да, какие-то элементы. Это не получится, поэтому, ну, к сожалению, сложновато. Значит, каждый раз надо переключаться, надо брать следующий вариант и выбирать следующий элемент, да. Выделил, вставил то, что у нас переобмена, нажал. Ну, я думаю, что вот это вот. Вот это вот. Уже немного осталось у нас. Видите, как удобно. У вас 4 и 4 правила, да? Раз, два, три, 4. Не ошибаюсь. Так, и последняя балочка у нас здесь. Так, шестое нагружение. Хотелось бы, чтобы вы сделали самостоятельно. Смотрим, как у вас это получится. Нагружение на всю балку. Нагружение на всю балку, но и величина у нас нагрузки тоже выравняется, видите, 84. Поэтому выделяете сразу все. Минус 8.4. А, это так, и да,
давайте проконтролируем. Да? Если вы сходили в этот список, дальше можете пользоваться клавишами управления курсором. Да? Видите, вверх, вниз. Смотрим. 3, 4, 5 и 6. Все совпадает. Да? На пушку можно немножко подписать. На шестом тоже минус 18, да? Шестое это постоянно нагрузка. Постоянно нагрузка у нас вот она записана. Эй, кану, а он делает. Я только не забывайте менять. И коллеги, уже можно выполнить расчет для того, чтобы немножко проанализировать ситуацию. Мало мозг ждет. Начнем с первого варианта нагружения. Ну, наверное, тут давайте немножко упростим. Нам сами значения не нужны, и нагрузку тоже можно попроще представить. Да? Вот таким образом. Так, смотрите, нагрузка в первом пролете, и мы как бы хотим понять, а что нам добавляет в этот пролет, какой еще вариант нагружения. Да? Давайте переместимся на следующий пролет. Посмотрите, если нагрузка в этом пролете, то она вызывает у нас отрицательный момент в первом пролете. Видно, да? Поднимается пилка. Значит, не годится, ее не надо включать в эту комбинацию. Мы хотим понять, что нам надо взять, чтобы получить максимум в первом пролете, да? Значит, второй пролет загружать нельзя, да? Значит, он разгружает эту балку, да? Давайте посмотрим дальше с вами. А что в третьем пролете, если мы сделаем? О, появился красненький момент, видите? Ну, небольшая добавочка будет, да? Если у нас нагрузка будет в первом и в третьем, она будет больше, чем если бы она только в первом была. Так, следующий этап. Ну, там не видно, но поверьте мне, что у нас уже нагрузка по такому же принципу работает, да? Она начинает выжимать балочку, да? То есть этот пролет не годится. И пятый давайте посмотрим. Пятый дает нам небольшую добавочку. Вот видите, небольшой момент все-таки прибавляется. А, стандартные расчеты, коллеги, всегда ограничиваются 5 пролетами. Да? Стандартный расчет на 5 пролетов, вы понимаете. Ну давайте посмотрим. У вас стержни есть, да? И внутренние усилия. И здесь помещайте их. Так, исследуем с вами опорный момент, да? Давайте посмотрим на первой балке. Так, она дает сюда, а вторая балочка, если у нас пойдет, тоже дает, да? Смотрите, две смежных можно загружать. А тут уже разгружает в третьем пролете, видите? В четвертом догружает, в пятом разгружает. Ну, принцип понятен теперь, да? То есть все время через пролет ходить. Это годится. Давайте для второго пролета то же самое. Так, вот второй пролет, да? Значит, если мы берем следующий пролет, разгрузка. Догрузка. Разгрузка. Понятен принцип, да? Через пролетное нагружение. Для опор надо взять два смежных пролета, да? Давайте вот этот принцип мы с вами реализуем. Нам всего комбинации тогда понадобится, посмотрите сколько. Раз комбинация, два, три, четыре. А этот пролет, он похож на первый, да? Всего надо составить 4 комбинации, и мы будем знать все по нашей балке, да? Не надо 32 комбинации, надо всего лишь 4. Ну и составляем комбинации. Так, пользуемся этой кнопочкой, редактируем что-то с вами, да? Вот они комбинации наши, коллеги. Но ничего мы тут пока сделать не можем, обратите внимание. Все пусто. Почему? Потому что мы с вами... Combination names. Да. А у нас нету... Нет. Зайдите в крейс вкладку и нажмите создать. Куда? Сюда. И создать. Нет. А, нет, ну вот тут, да, можно тут сделать. Можно создать, все, правильно.
это еще рано. Но все равно сейчас мы с этим столкнемся, с этой проблемой. Хорошо, давайте пока дальше несколько скажем, нам понятно. Так, CO это комбинация номер один, да? Теперь определение самой комбинации. Вот почему я настаиваю на таком способе обозначения нагружения, потому что не надо никуда смотреть, нам и так все понятно, да? Значит, я здесь должен взять в первой комбинации первый пролет, пропустить третий пролет, пропустить пятый пролет. Как такой выбор сделать нам? Можете вы такой выбирать? Да, держим контрол и щелкаем, это будет молодцы. Потому что если просто без клавиш, предыдущий будет у нас убираться. Так, ставим коэффициент 1,4. Посмотрите, да? Это переменные нагрузки. И все это сбрасываем в правую сторону. Нам надо сюда добавить еще постоянную нагрузку с коэффициентом 1,3. Но мы здесь не трогаем, да? А мы его поменяем в этом месте. Вот она первая комбинация. Первый, третий, пятый пролет. И последнее нагружение, все должно войти. И действуем так дальше. Да? Создаем еще одну комбинацию. Это у нас будут опорные моменты. Да? Значит, раз, два, пропускаем, берем. Ну, можно, наверное, сразу эту подхватить. Смотрите, все сразу взял, да? С коэффициентом 1,4. Закинул сюда, а здесь поправил. На 1,3. Это опора, да? То есть мы сейчас с вами нагрузили таким образом, чтобы максимум на первой промежуточной опоре получить, да? Видите, смежные пролеты загружены, первый и второй, через пролет следующий идет, а дальше уже там еще нет. Да? Через пролет уже некуда там ходить. Так, и еще две комбинации делаем с вами. Теперь мы работаем со вторым пролетом. Значит, раз, два, три. Самая короткая комбинация получается, да? Второй пролет пропускаем. Четвертый. Пятый пропускаем. Число у нас уже, да? И уже все это сбрасываем. И не забываем вот здесь поправить на 1,3. Так, последняя комбинация, это что у нас будет? Вторая промежуточная опора, коллеги, да? Для нее что надо сделать? Вторая, третья, правильно? Ну, это всегда, да. Так, все комбинации созданы, давайте расчет произведем, посмотрим, что будет. А можете еще раз показать? Да, какие комбинации? Какие комбинации? Первые, второй. Да, давайте, наверное, табличку. Первый, третий, да, и все будет нам понятно, да? Yes. Так, вот записи всех комбинаций. Посмотрите, я думаю, вы понимаете коэффициент и само нагружение. Проверьте, что у вас будет само. Так, 125 у всех получилось, да? Это первая комбинация. И она, смотрите, такая же и здесь, да, если мы увидим все значения. Картинка симметричная, да, получилась. Понятно, да? Так, вторая комбинация, смотрим, что у нас там на опоре получается. 151,75. Третья комбинация для этого пролета. И полная симметрия, видите, у нас получилась. И, наконец-то, вторая комбинаточная опора. 134, да? Ну, это уникальная комбинация, она нигде здесь больше ничего не дает. Дальше все симметрично надо брать, да? Так, и хотелось бы огибающий круг посмотреть, как это в целом все будет, да? У балки.
А ничего здесь такого нет. Для того, чтобы получить огибающую фигуру, надо кое-что нам еще добавить будет с вами, да? Нам надо... Расчетная ситуация, да, она у нас нигде никакой нету. И включить мы ее не можем, да, в расчетную ситуацию. Из этого она не может нам ничего собирать, она не понимает, что мы тут накомбинировали, как это все собирать, да. Но должна быть включена, должна появиться вкладка расчетная ситуация. Да, что для этого надо сделать? Дело в том, что вот эти уравнения 6.16 и 6.17 в наших нормах, они соответствуют европейским под номерами 6.10а, 6.10б. Если откроем вам оригинальные европейские нормы, мы будем тоже запись, но нумерация будет у нас 6.10а и будет. Поэтому мы берем вот эту расчетную ситуацию. Ну, в данном случае, какую бы мы ни взяли, у нас не автоматические комбинации, это будет связано с коэффициентами сочетания, понимаете, да? И с коэффициентами при нагрузке, которые мы сами определяем, так, это все можно уже сделать. Да, теперь смотрите, надо каждый вариант нагружения правильно отнести, да? Все, давайте по категории у нас, по категории Е все делайте, да? Наверное, надо сделать так, чтобы ускорить процесс. Выделяйте все сразу и выбирайте категорию Е. Ну, это на будущее для того, чтобы создавать правильно автоматические комбинации, если мы хотим. Так, ну все, да, давайте выполним расчет. И у нас появится дополнительный пункт. Сейчас правильно. Там в каждой надо выбирать. Да, надо повыбирать. Но это можно сделать с помощью таблицы, она предлагает, видите. Можно через табличку все это сделать. То есть вот здесь у вас у всех должно быть вот так отмечено. Давайте еще раз сюда заглянем. По лодке, если да. И по комбинациям, да? У всех комбинаций должны появиться вот такие вот значения. ULS – это предельное состояние у нас, несущие способности со штрихом, потому что мы пользуемся уравнениями 6.10а и b. Если бы у нас было уравнение
6-10 без А и Б, то наши дефибы упали. Ну, такие особенности. Так, все сделано. Давайте еще раз расчет выполним. Так, и наконец-то мы можем с вами построить огибающее пиво, то, к чему мы стремимся. Вот что нам надо сделать. Нагрузка она автоматически убирает, потому что это бессмысленно, да? Непонятно, какие сейчас там нагрузки. Это не укладывается в одно нагружение. Как работает вот эта штука? Громадная таблица, как бы, ну, сейчас она небольшая. Идем по каждому сечению, смотрим. Ага, вот это добавляет, включает. Это больше, это меньше, да? Все одно какое-то, одна какая-то комбинация войдет у вас в одно сечение. Ну, здесь мы видим, что попролетно, да? Попролетно все это идет у нас. Так, 125,5 и 151,75. У всех получились такие значения? Все, и давайте теперь мы эту сложную работу немножко упростим с вами. Опять заходим в наши нагрузки. Есть у нас результирующие комбинации, если нет, то включите их, да? Создаем одну результирующую комбинацию, вот здесь она у нас. И как мы ее наполняем, смотрите. Забираете все, перекидываете в эту сторону. Так, 1,4, 1,4 вошло, да? Здесь мы, понятно, должны с вами поменять на 1,3, но так как все выделено, то сначала надо снять выделение, а потом править. Это известный нам подход. Видите, какое у нас богатство появилось? Плюсик есть, О, это О, или включено, да, плюс еще и скобочки скоро появятся, пока скобок мы не видим. Но скобки у нас тоже будут в наличии. Так, все они с оператором И, видите, вошли. Но нам надо кое-что здесь поправить. Здесь у нас два варианта есть. Либо постоянные, либо переменные, да, нагрузки. То есть она как бы включает их, да, должны быть. Ну, есть вариант, можно отсутствовать, да? Вот что получается. Это у нас получается или включено, да? Или включено. Такой вариант. С вами рассуждали. Так, ну а здесь постоянная должна быть, да, отмечена, что это нагрузка. Но она не сама по себе как бы постоянная. Постоянное присутствие в сочетании. Вот что, о чем это говорит. Можно вопрос? Да. Вы говорите, что это плюсик? Мы выполним расчет, посмотрим, что получается. А о том, что все у нас сработало, посмотрите, балка полностью заполнилась, да? Теперь она выглядит симметрично. Как огибающая пора строится? Она строится по сгенерированным сейчас сочетаниям, по 32 плюс те, которые мы сделали. Ну, масло масляное, да? Одно и то же значение. В этом вы можете убедиться, каким образом. Давайте мы поубираем наши ручные сочетания, и вот эта картинка у нас останется, да? То, что мы делали так старательно руками, можно убрать. Пересчитаем. Ну, ничего не поменялось, да? А нет, ну вот видишь, вот что это. Чего нет? Просто 1,40. Это уже не успели. То есть можно, видите, было как сделать? Заставить. А если бы у нас еще был весь снег кран, ну, видите, мы будем уже заниматься в следующем семестре. Так, давайте что-то сравним со стандартными расчетами, да, коллеги? Посмотрим, это последний этап, я вас сейчас уже отпускаю. Таблицы Винклера, давайте на них мы посмотрим. Вот они. Это просто выкопировка из справочника Уманского. Написано это как таблицы Винклера. О том, что балка наша симметрична, говорит эта схема. Посмотрите, 1, 2, 3. И пролеты, и опоры у нас одинаково промаркированы. В первом пролете предлагается по такой формуле посчитать максимальный сгибающий момент. Начинайте считать. Пожалуйста. У вас есть калькулятор. Вот он. Да.
Так, давайте. Разберитесь с этой формулой, да? Значит, там, смотрите, у нас множитель всегда идет как нагрузка на квадрат пролета, да? Литр в центре. Вы к нам еще? Значит, этим коэффициентом идут свои множители, да? Это постоянная нагрузка, но видите, тут переменная у них. Ну, это не важно. Что нам надо взять? Наше полное значение, смотрите, 1,3 на 8,4 разделить на 12,8. Здесь то же самое. Мы вынесли просто, видите, квадрат пролета за скобки, для того, чтобы попроще было 18 на 54, на 10,1. И по Винклеру у нас получается 124, 55. А у нас так что? Так, смотрите, отчет уже можете потихоньку. Телефон нужен, завтра да? Первая модель у нас будет в отчете. Это по таблице. Так, компьютеры эти стационарные не выходят.